История началась в середине 80-х, когда необходимо было поздно ночью перегнать поезд из одного депо в другое. Один молодой машинист согласился это сделать. Поезд отправился из депо Чиланзар и поехал в другое депо. Дело было в 3 часа ночи. Несколько станций поезд проехал без проблем. Однако вскоре машинист сообщил, что ему кажется, что в поезде едет кто-то еще, и попросил осмотреть состав после полной остановки. Состав, наконец, приехал на станцию, но не остановился, а промчался дальше. Машинист в ужасе начал кричать по радио, что поезд неуправляем и несется с невероятной скоростью. Это была последняя связь машиниста. Наконец, поезд выскочил из тоннеля, проехал по метромосту, после чего исчез в туннеле. Однако на станцию он так и не прибыл. Все попытки связаться с составом оказались бесполезны. Этот случай был засекречен. Шли годы, и эта история забылась. И вот наступили 90-е, а за ними и 2000-е. В 2001 году открыли новую линию, и почти сразу же появились странности. После открытия этой линии образовался треугольник в центре города. При этом 3 пересадки соответствовали 3 углам. Но еще интереснее вышло с гранями. На первой линии между углами оказалась 1 станция, на второй 2, а на третьей станции нет. Именно на этом самом треугольнике системы начали видеть несуществующий поезд. Светофоры переключались, стрелки переводились, а на станциях был слышен шум приближающегося состава, но никто не мог его увидеть своими глазами. Сначала поезд-призрак появлялся раз в месяц, но с каждым годом он проявлял себя все чаще и чаще. Ситуация оказалась настолько серьезной, что руководство метрополитена попыталось поймать его, подключив соответствующие структуры для этого. Однако все оказалось бесполезно. Было ясно лишь одно. Таинственный поезд-невидимка живет на этом самом треугольнике, пугая своим невидимым присутствием каждого, кто оказывался на станциях не в то время. Говорят, что поезд угнал сам дьявол и теперь бороздит на нем подземное пространство. И до сих пор незримый поезд бороздит тоннели подземки.